Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем разговор об особенностях русской бани. И хотел бы отметить еще то, что мы немножко не затрагивали в предыдущих своих частях. В чем же русская баня отличается от многих других бань? Это контрастные процедуры. Вы же, если где-то встречали в других источниках, что баня у многих воспринимается как просто обычная терма. Русская баня, она была еще и тем интересна, что там кроме высоких температур применялись еще и холодные обливания, души, обтирание снегом, ныряние в прорубь. Такой режим контрастных процедур, как раз мы сейчас и поговорим о контрастных процедурах, режим такой контрастных процедур позволяет баню именно заявлять как оздоровительный комплекс. Именно получение вот таких вот режимов нагрева, охлаждения запускает в человеке защитные реакции, которые борются со многими болезнями. Эти болезни, они просто такие режимы не выдерживают по той причине, что те вирусы и бактерии, они должны работать в определенных температурах. Мы же эти температуры в бане не выдерживаем. Мы их сначала кидаем в одну сторону, потом в другую сторону, этим самым, кажется, запуская внутренние процессы, сначала процессы выбрасывания излишков организма, что помогает потом организму бороться со многими, ну, когда человек, когда уберется организм, у него есть, как говорится, куда развернуть еще свои силы на борьбу с тем, что у него там осталось. И, как говорится, когда у человека остывает тело, опять включаются процессы нагрева и позволяют человеку опять поднимать вот эту температуру. Но мы не говорим о переохлаждении. Переохлаждение и контрастные процедуры – это разные вещи. Не забывайте тому, что если тело не прогрето, нырять в прорубь – это не очень хорошо. Не каждый это выдержит, это только тренированный человек. Для любого человека контрастные процедуры и ныряние в прорубь будут нормальные, если тело мы хорошо прогреем. Тело прогреем, после ныряния снова прогреем, и все будет отлично. Это будет только хорошо. И вот эти контрастные процедуры, вот, они должны быть в каждой бане. Не в каждой бане есть прорубь, не всегда есть снег, но холодную воду мы всегда найти сможем. И холодной водой обливаться можно, даже не выходя из парной. Конечно, тут строение должно быть бани позволять, и баня подразумевает применение большого количества воды. Поэтому вода в бане обязательно должна быть, ее должно быть много. Она должна хватать на все процедуры. И обмывание, и на душ, и на то, чтобы, как говорится, мы могли париться. Много пара, ну, я по своему опыту знаю, что у меня 10 литров на пару ходит только так при парении. Это нормальное явление. Поэтому контрастные процедуры для человека очень важны. Закаливание никто не отменял, и для поддержания здорового образа жизни это очень важно. И вот русская баня отличается от других бань именно вот такими контрастными процедурами. Применяйте эти контрастные процедуры. Вы, когда войдете во вкус, у вас будет, ну, такая после этого эйфория, которая, ну, я не знаю, с чем ее сравнить, но это такое блаженство, которое, ну,
можно сравнить только с большими удовольствиями. Это человек воспринимает такое состояние легкости, ну, на уровне полета. Поэтому летайте в бане, летайте осознанно, создавайте условия, не забывайте за контрастные процедуры. Баня – это не только мытье, баня – это полностью весь цикл очищения, оздоровления, релаксации. И не забывайте, что создаете вы все сами своими руками. Никто не придет вам, дядя, не это не сделает. Если сделает, то это вам будет очень дорого и не обязательно то, чего хочется вам. Делайте то, что хочется вам. Не каждому подходят определенные режимы и все. Создавайте, но и пробуйте. Бывает такое, что люди зацикливаются и не замечают других режимов, потому что боятся их попробовать. Не бойтесь, попробуйте. Аккуратненько, со знанием дела. Не сильно, как говорится, стремитесь себя, как говорится, напрягать. Баня должна быть комфортной. И этот принцип должен быть всегда. Если вам некомфортно баня, это у вас уже не баня. Помните об этом. Будьте здоровы. Приходите к нам, мы вам посоветуем, как лучше париться. Что нужно делать для того, чтобы вы получили от бани больше всего удовольствия, чтобы вы были счастливы, чтобы вы были здоровы. Всего вам доброго.